Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у меня причесон вообще не похож на то, что у меня бывает всегда. Я окрасила корни и даю волосам высохнуть естественным путем. Вот. На этот раз я нормально прокрасила корни. Это у меня была свежая краска. Все было свежее. А вот осветлила корни, точнее, красить буду где-то дня через три. Я вот так вот ходить не собираюсь, это заранее для тех, кто будет комментировать, что мне это не подходит, а что очень такой сильный контраст бровей и волос. Вот, сегодня у нас суббота, мы целый день дома, дети играют. Дети сегодня, в принципе, вели себя и ведут очень спокойно, не знаю, что это с ними. А вообще дочь, как вчера от невропатолога вышла, вообще как зашла к нему, после того, как вышла, тоже вела себя очень хорошо. И, в принципе, сейчас тоже. Они играют, каждый со своими игрушками. У них уже есть любимые игрушки и так далее. Азулечка пошла в торговый центр, не знаю, может, что-то хочет себе прикупить. Муж пошел, ой, муж сегодня как разоделся. Ой, не знаю, костюм, галстук, пальто, туфельки. Прям как будто второй жениться собрался. Но нет, он пошел сегодня на помолвку нишан местный, одной из сотрудниц. Вот, у него есть два друга адвоката, и вот эта вот девушка работает с ними, тоже адвокат. Вот у нее сегодня помолвка. Естественно, пригласили нас всех, но куда я с двумя своими малышами? Лучше дома, лучше дома. Я вот сегодня полезное дело сделала, волосы осветлила. Вот так вот. Ушел, короче, мой муж. Знаете, пока он собирался, пока я его собирала, он то одну рубашку принес, то галстук какой выбрать, то костюм какой выбрать, то обувь, то ремень. Ну, у меня три ребенка, оказывается. Я вспомнила одну историю годы моей молодости. У нас был один знакомый. Взрослый он был человек. Ну, как взрослый, лет на 10, наверное, нас был старше. И он рассказывал свою историю, как он женился во второй раз. Во второй раз, то есть одновременно у него была первая жена. Жена была законная, одна уже дома. И он женился второй раз. Как это все происходило? Как обычно, говорит, жена меня собирает, там рубашку гладит и так далее. Размазалась, что ли? Вроде нет, не размазалась. У меня вот здесь вышла простуда на губах. Никогда не было простуды на губах. Вот здесь вот вышла и... Вот здесь тоже что-то. Так, жена гладит ему рубашку, костюм, туфли почистила, все. И говорит, ну, куда ты собираешься это хоть? Он говорит, на свадьбу, говорит. Ну, супруга, наверное, подумала, там, к соседу, к другу, кому-то на свадьбу. И он такой, женюсь, говорит, на свадьбу. Ну, конечно, кто поверит? Она подумала, что он отшучивается. Эту историю он сам рассказывал. Подумала, что он отшучивается и так далее. А он на самом деле в тот день женился второй раз. Он взял одновременно вторую жену себе. Но в итоге он не жил ни с первой, ни со второй. В итоге с обеими разошелся. Вот такая вот история, что получается. Она своими руками собирала его, и он как бы и не соврал. Вот это я сегодня вспомнила почему-то. Вот так вот. Погода у нас сегодня хорошая, очень даже солнечная погода была. Но мы сегодня не вышли, не стала сегодня выходить. Завтра выйдем, наверное, куда-нибудь. Завтра воскресенье, семейный день в Турции. Куда выйдем, не знаю, но на пикник, наверное, не пойдем, потому что 2 недели подряд ездили на пикник. Дети вообще молчат. Сейчас посмотрю, что они делают там в своем этом аквариуме, в бассейне. Моя принцесса уснула, посмотрите на нее. Нет, вот она уснула с игрушкой своей мамина. А сынуля играет. Сейчас надо будет ее накрыть одеялом. Этот маленький чекист. Опять на себя свалил это все, да? Сейчас уберу мама игрушки, прям на лицо попадает. Вот так вот уснула. Ладно, прощаюсь, мои хорошие. Всем всего хорошего.
Привет, привет, мои хорошие. Рубрика «Что на ужин?». Сегодня Зулечка готовила чечевичный суп, рецепт которого есть у меня на канале. Я уже его попробовала, получился он очень вкусный. Вообще по этому рецепту суп получается вкусный и всем нравится. Советую приготовить на канале и есть. Готовить его несложно. Вообще турецкие супы, они готовятся очень-очень быстро. Привет, привет, мои хорошие. Съемка из бассейна нашего. Чего тут синуля со мной? Доча спит. Мамино сокровище. Это солнышко. Подожди, мама, сниму. Что хотела сказать? Ну, ничего такого важного. Он не даст мне ничего сказать. Ладно. По-моему, дочь проснулась, что ли. Он у меня что-то дома днем вообще не спит, мой ушастик. Доча поспала. Где-то час уже спит. У нас поменялся режим. Мы ночью спим. Где-то в 12 бывает у них последнее кормление. 12 часов я их кормлю. Даю кашу и смесь после каши. Что такое? Что, мамина? Вот же ты красивый такой мальчик. Даю кашу и смесь даю. Укладываю их спать. Где-то к часу они засыпают. И все. И до утра они не едят. Дочь не просыпается. Сынуля просыпается. Ночью я ему водичку даю, соску даю. Он после того, как ротавирусом заболел, он очень так спокойно спит. Но еду они у меня ночью не просят. Утром где-то с 8 до 9 часов, вот этот промежуток, я сама встаю, их начинаю кормить. Потом они поедят вот в 9 часов, хорошенечко плотно поедят смесь. И спят потом опять до 11, до 12. Вот так вот у нас режим поменялся уже где-то дня 4-5. Переставать кормить ночью я начала не сразу. Я просто перестала сама вставать на кормление. Начала смотреть, во сколько они сами будут просыпаться. Промежуток между кормлениями каждый раз увеличивался. 3 часа, 3,5, 4 часа. Сейчас уже почти 9 часов, и они спят спокойно. Да, мамин? У нас бывает аллергия постоянно на кабачок. Представляете, самый такой гипоаллергенный овощ, но у нас бывает аллергия. Усынули. Вчера ходили смотреть, выбирать машину. Кажется, это очень сложное дело, выбрать машину. Мы выбирали между машиной, в которой 7 сидений и 5 сидений. 7 сидений сразу, как увидели ее в реале, сразу отсекли, потому что 2 сидения, которые сзади, это для детей 2 сидения, на которых можно поставить детские кресла. Знаете, там... Что такое? Телефон я не дам тебе все равно. Если туда посадить детей, они, сидя там сзади, ничего не видят с окон, во-первых. Во-вторых, если установить эти 2 сиденья сзади, то наша коляска в багажник не помещается. Поэтому идея с машины с 7 сиденьями у нас отсеклась. Ай, на, на, вот ты красивый мальчик, только плакать не надо. Он днем не поспал и капризничает сейчас. Мама виновата всегда, да? Всегда виновата мама. Да? Вот она, твоя игрушка новая. Они постоянно у меня дерутся, ругаются за вот эти шары. Вчера купила еще один такой же. Вот этот бывший. Есть еще один подобный. И вот вчера взяла побольше. Ты будешь чем-нибудь рассказывать? Нет? Ну хорошо, тогда я закрываюсь. И опять вчера ездили в Абибек, детский магазин, накупила им одежды.
Бутылочки, сосочки, паильники, всякое, что только не купила. Жаль, что там не было света, электричество отключили. В темноте очень тяжело было что-то выбирать. Так если было бы электричество, наверное, меня вот туда пеньками не выгнали бы. Ну все, закрывай, мама, закрываю. А то ты не можешь спокойно смотреть на телефон. Но тебе я его не дам. Вот ты улыбнись на прощание. Улыбнись. Покажи свою красивую улыбку. Покажи, покажи. Аслан! Аслан!